Здравствуйте, мальчики, и здравствуйте, девочки. Ой. Что это? У, пахнет как карта. Карта мира. Действительно. Действительно, карта. Ой, привет всем, привет, Гаврюша. Привет. Ой, что это у тебя такое? Это карта. Мира, что ли? Это мира, карта. Ой, отдай-ка посмотреть. Нет, не дам. Ну, дай, Гаврюш, не дам. Что ты такой жадный? Я ее нашел, я ее и смотрел. Гаврюш, ну я же тоже хочу посмотреть. Сказал, не дам. Ой. Что ты наделал? Это я? Да, что это ты наделал? Нет. Это ты ее порвал. А, как я порвал? Я ее держал, а рвал ее ты. А ты мне не давал ее посмотреть, значит, ну, ты порвал. Нет, ну я ее нашел, значит, это моя карта, и я ее должен смотреть. А как же у нас теперь урок-то пройдет? Катя, наверное, расстроится. Да, и мы не узнаем следующий материк. Катя очень сильно расстроится. Здравствуйте, девочки и мальчики. Здравствуйте, здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Катя, здравствуйте. Здравствуйте, зверята. Катя, мы не хотели, но, в общем, у нас тут такое дело вышло. Это случайно так вот получилось. Да, в общем, случайно. Мы порвали карту. Да уж, я вижу, что вы порвали. Да, значит, больше у нас с вами не будет уроков географии. Как это? Как это не будет? Как не будет? Да. А я сегодня хотела вам показать новый материк на карте, но у нас ее больше нет. Это все из-за тебя, Гаврюша. Это из-за тебя. Нет, кто у меня карту отнимал, а? Кто? Ты отнимал. А ты не давал, жадина. Мы больше так не будем. Да. Катя, а может мы ее склеим? Да, давайте ее склеим, правда? Да. Может быть, конечно, ее и можно склеить, но я думаю, что карта на вас так обиделась, что ничего вам рассказывать не будет. А что же нам теперь делать? А если мы у нее попросим прощения? Может быть, она нас простит? Да, я тоже подумал, что нужно у нее попросить прощения. А вот я даже стишок знаю, хотите, расскажу? Попробуйте, может быть, она вас и простит. Карта, нас прости, помоги найти пути, помоги увидеть страны, горы, реки, океаны. Мы больше не будем, честное слово. Ура! Целая карта! Она нас простила, Гаврюша! Да, давайте скорее знакомиться с новым материком! Давайте скорее знакомиться! Давайте посмотрим, какой же у нас с вами следующий материк. О, а я уже нашел! Африка. О, Африка! Совершенно верно, Гаврюша. Следующий материк называется Африка. Евразия больше, чем Африка. Нет, меньше. Так, ну что вы опять не можете поделить? Что такое? Меньше. Ну просто мы с Гаврюшей спорим, какой же материк больше, Евразия или Африка? Он говорит, что? Африка. А я говорю, что Евразия. Африка. Евразия. Африка. Евразия. Африка. Мы же проходили на прошлом уроке. Африка. Как вам не стыдно? Ведь мы на прошлом уроке с вами говорили, что Евразия – самый большой материк, а Африка является вторым по величине материком. Вот я был прав. Африка меньше, чем Евразия. Давайте с вами посмотрим, где же у нас расположена Африка. С югу Африка расположена от Средиземного и Красного морей. Красное море мы уже знаем. К востоку от Атлантического океана. И с Атлантическим океаном мы тоже уже знакомы. А к западу от Индийского океана. Индийский океан я знаю. А дальше А кто живет в Африке? Какие там реки, какие горы? Катя, расскажите нам поскорее, расскажите. Вот если бы вы, зверята, не порвали карту, то сегодня вы бы узнали больше об Африке. Но, к сожалению, наш урок подходит к концу. Так вот хотелось узнать про Африку побольше. И все это из-за нас. Да, но это будет нам уроком. Хорошо, что вы поняли, как не надо себя вести на уроках. А сейчас давайте прощаться с малышами. До свидания, ребята. Пока, друзья, пока. Всего вам самого доброго, малыши.